Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем выполнять этюд в акварельной технике. Для работы нам понадобится акварельная бумага, предпочтение отдадим торшону, малярный скотч, для того, чтобы мы могли на планшете закрепить лист бумаги, акварельные краски, художественные кисти, белка, колонок, мягкая синтетика, художественный материал такой, как графитный карандаш и ластик, палитра, вода, ткань и губка, которая будет позволять осуществлять работу по-мокрому. И рамочки, которые будут помогать нам находить композиционное расположение на листе бумаги. В работе над натюрмортом мы можем использовать поисковые рамочки. Они помогают нам найти формат вертикальный или горизонтальный, посмотреть, какой более выигрышный. Используя их, мы видим, что вертикальный формат для нас более удобный и необходимый в работе. Рамочка может иметь прозрачную часть, передающую осевые направляющие и показывающую нам центр композиции, центр листа, для того, чтобы, когда мы рисовали постановку, мы не распределяли предметы в центре листа. Держали в голове центр листа и отмечали для себя пространство слева и справа от предметов нашей постановки. Перед тем, как вести работу на большом листе, мы выполним подготовительную работу. Она будет состоять из двух этапов. Первый – это выполнение эскиза в карандаше. Предварительно мы уже выбрали вертикальное расположение листа бумаги. Следующее, что мы делаем, находим обрез предметов натюрморта. Смотрим, в какую форму все предметы вписываются. После того, когда мы выполнили светотональное решение, нашли композицию, переносим композицию на маленький эскиз и постараемся найти цветовые отношения между предметами, цветовые пятна нашего эскиза. Можно смочить бумагу для того, чтобы акварельная краска ложилась лучше. Акварель – это краска на водной основе. Она отличается прозрачностью, легкостью восприятия. В живописи используются контрасты не только светлый и темный, а также и теплый и холодный, относительно того, какие цвета мы используем в нашей постановке. После того, как мы выполнили поисковые эскизы, мы переходим к работе на большом формате. И первое, с чего мы начинаем, переносим ту композицию, которую мы нашли. Располагаем на листе также обрез предметов нашей постановки. Находим массы предметов. И будем вести работу, используя вспомогательный рисунок, используя вертикальные и горизонтальные направляющие линии. Они называются вспомогательными и невидимыми линиями. Но для того, чтобы выполнять в цвете натюрморт, мы должны изучить каждый из предметов, его форму, для того, чтобы могли потом вести работу отношениями по форме предметов. Условно намечаем линиями рисунок и поворот лепестков цветов. Наши постановки у нас подсолнухи. И когда будем писать, воспринимать их будем как общее, не пересчитывая отдельно лепестки. Нам помогает кисточка убрать остатки ластика. Стараемся не протирать рукой, чтобы не оставались жирные пятна на листе бумаги, что впоследствии может нам мешать в работе. Перед тем, как выполнить работу в цвете, мы стираем рисунок, протирая, оставляя только едва видные линии, для того, чтобы мы не теряли рисунок, и он у нас держался перед глазами.
Перед тем, как выполнить работу, мы используем губку, намочив ее водой, мы проходим по всему листу бумаги, для того, чтобы работа велась едва по мокрому. Воды много использовать не нужно, возьмем ее достаточное количество, чтобы нам было работать приятно и удобно. Начнем работу, используя локальные цвета. Это предметный цвет, подсолнухи у нас желтого цвета. Будем использовать кадмий желтого и среднего тона. Намечаем рисунок лепестков. Берем в пол силы, почти прозрачно, акварельную краску, чтобы у нас сохранялось ощущение легкости. Не забываем о том, что цвета мы смешиваем. Мы не берем открытые цвета, находим более сложный цвет, смешивая их между собой, чтобы получить сложный зеленый, чтобы у нас организовывалось гармоничное сочетание цветов. Стараемся потихоньку закрывать большие плоскости, используя оттенки разных цветов, но при этом мы не отходим от предметного цвета. Нам помогает в работе ультрамарин для того, чтобы передать цвет кувшинчика. В сочетании с желтым цветом у нас передается контраст теплого и холодного цвета. Если мы посмотрим на цветовой круг, то эти цвета противоставлены друг другу. Используем меньше краски и больше воды в местах, где у нас свет, для того, чтобы было ощущение легкости и воздушности. Краску на кисточку не берем плотно. Те места, которые нам захочется уплотнить, мы можем пройти следующим слоем и передать больше вот этой укрывистости. Материал нам позволяет это сделать. В нашей постановке фиолетовая драпировка, но мы не будем писать ее открытым фиолетовым цветом, постараемся найти более сложный цвет. На свету у нас светлый цвет, а в местах тени у нас холодочек, холодные тени. Накладывая краску, мы сразу понимаем, что при высыхании у нас будет это место светлее. Поэтому можно в каких-то местах показать темнее, чем есть в постановке этот цвет. Работаем отношениями. Продолжаем работу заливкой. То, что краска перетекает от изображения одного фрукта в другой, это только передает нам все качество и благородные свойства материала, который мы используем. Светлую драпировку мы изображаем, вводя туда дополнительные цвета, которые у нас будут рефлексами от предметов. Рефлексы – это отраженный свет от предметов, которые расположены на ней или рядом с ней. Можно взять темнее и показать границу, где у нас вертикальная плоскость переходит от горизонтальной плоскости, она темнее. Но не забываем о том, что пол отражает свет, поэтому мы плотно не закрываем. Показываем на самой границе темнее, а далее краска как будто бы цвет растворяется. Потихоньку в некоторых местах можно усиливать цвет, показывая
плотность материала, который у нас имеется в постановке. Заметьте, что кувшинчик, чайничек, который у нас белого цвета, мы его не трогаем, мы оставляем его, чтобы написать буквально в самый последний момент, отражая в нем цвет окружающих предметов. Продолжаем писать, и лессировочными мазками мы показываем тени на предметов и рефлексы от окружающих предметов и драпировки, на которых расположены предметы. Акварельная работа может иметь характер, немного казаться незаконченной, но при этом может сохраниться свежесть и восприятие легкости. Если нам показалось, что мы взяли темнее, чем хотелось, мы можем взять на кисточку воду и немножко размыть это местечко. По ходу работы можно добавлять и исправлять рисунок уже кисточкой, на которой есть краска. Сейчас мы продолжаем намечать рисунок наших цветов, которые в постановке. Можно перейти к работе фона. Он имеет нейтральный цвет нашей постановки, поэтому можем использовать мягкие переходы от предметов. Фон будет иметь рефлексы от предметов постановки. Приступаем к работе над белым предметом. Легкой прокладкой отмечаем то место, где у нас тень. Таким образом, отделяя место, зону, где у нас свет, от того места, где у нас тень на чайничке. Затем уточняем изображение подсолнухов, выделяя середину. То есть у нас уже идет детальная проработка нашей натурной постановки. Место тени можно уплотнить. Продолжаем работу над белым предметом. Пишем по форме мазками. Белый предмет, он будет отражать цвета окружающих предметов и драпировки. Здесь самое главное почувствовать и понять, где граница света с теневой частью предмета. Изящной тонкой линией передаем ручку кувшина. Смотрим, что на протяжении всего рисунка у нас не один цвет, а он у нас где-то светлее, где-то темнее. Уплотняем, продолжаем набирать цвет кувшина. Он у нас темный в постановке, но при этом не забываем, что светлое место мы тоже должны оставить, чтобы передать объем этого предмета. В некоторых местах уплотняем фон. Уточняем границу снова, где у нас горизонтальная плоскость отделяется от вертикальной. У самой границы у нас темнее, а затем светлее. Не забываем про свет, который отражается от пола. В каких-то местах можно положить цвет активнее. Уточняем детали рисунка.
предметов. И вносим завершающие штрихи, там, где нам нужно что-то выделить темнее. Также мазочком накладываем в этих местах. Там или так, завершающие штрихи. Вот, давай. Угу. Наша работа состоялась. И на таком этапе мы остановимся. Мастер-класс для вас провела доцент кафедры живописи и композиции Московского городского педагогического университета Ноздрачева Мария Викторовна.